8 лет колонии общего режима. Такой вердикт вынес Атырауский областной суд в отношении 30-летнего мужчины. Его обвиняли в совращении малолетней девочки. Развратные действия совершил житель села Кудряшова Курмангазинского района. Заметив на улице игравшую 6-летнюю девочку, он мороженым заманил ее в соседний двор, где и надругался над ребенком. В ходе судебного процесса подсудимый свою вину признал. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 124 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это развращение малолетних без применения насилия.